Еще почти 1190 новых заражений COVID-19 зафиксировано в Подмосковье за предыдущие сутки. В регионе уже увеличен коечный фонд на 2000 мест. Главам муниципалитетов рекомендовано создать резерв для госпитализации новых заболевших. По словам Андрея Воробьева, на данный момент в регионе развернуто порядка 10 тысяч коек. Из этого числа свободно около 15%. В Мытищах со вторника также оборудованы дополнительные коечные места. В деревне Сухарево в терапевтическом отделении МГКБ уже подготовлены 40 дополнительных легких коек. Всего для больных ковидом сейчас предусмотрены 630 мест в стационарах.